С вами Мегаобзор.ком. В центре внимания сегодня у нас новые беспроводные наушники от компании One Audio. Это OpenRoge S, ориентированные на любителей спорта и активного образа жизни. В этой модели используется открытая передача звука, не создавая дискомфорта во время бега, выполнения упражнений и прогулок. Из особенностей выделены динамики 16,2 мм с технологией TrueBass и улучшенной передачей звука, продвинутое шумоподавление и Bluetooth 5.3. Комплект их включает зарядный кейс, USB-C кабель, руководство пользователя, буклет и гарантийный талон. Зарядный кейс вытянутой формы с небольшой толщиной. Внутри него наушники размещаются горизонтально, дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Крышка самопроизвольно не открывается. На ее лицевой стороне вытянутый светодиодный индикатор рабочего состояния и заряда аккумулятора. Логотип бренда нанесен на крышку. С обратной стороны по центру разъем USB-C. Используемый для зарядки встроенного в кейс аккумулятора. Здесь поддерживается быстрая зарядка. Корпус наушников выполнен из пластика. Они защищены от попадания пыли и воды, соответствуя требованиям IPX5. One Audio OpenRoge S, помимо изученным нами в черном цвете, также есть в светлом хаке, такой вот молочный цвет. Состоит корпус из основной части и загнутой ножки. Ножка из силикона, она такая вот немного гибкая. В отличие от привычного формата исполнения, тут нет ножки, которая устанавливается у нас в ушную раковину. При этом решетка динамика защищена металлической сеткой и размещена на внутренней стороне корпуса. Звук передается открытым типом. Оснащены четырьмя динамиками, используемыми для работы технологии шумоподавления, устраняя фоновый шум при телефонных разговорах. На внешней стороне корпуса находится сенсорная зона управления. Двойными касаниями можно отвечать и сбрасывать входящий вызов. Ставить воспроизведение на паузу, переключать треки. Тройное нажатие активирует голосовой помощник. При одновременном касании двум чашкам идет смена пресета эквалайзера между рок и релакс. Для соединения One Audio OpenRoge S использует модуль Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Данная модель не сопровождается приложением. Управление и переключение режимов идет только комбинациями клавиш. И здесь у нас она может эксплуатироваться с различными типами устройств, запоминая синхронизацию для последующего быстрого переключения между ними. За воспроизведение в этой гарнитуре отвечает у нас динамик диаметром 16,2, больше, чем у большинства ТВС-гарнитур. Но здесь у нас отличается и способ передачи звука. Вместо посадки в ушную раковину идет открытая передача звука. Само его расположение сделано с учетом на параллельного потока. При этом у нас окружающие не будут слышать то, что у вас воспроизводится. Отмечу наличие выраженных частот, и это характерно для режима рок. Более спокойный пресет релакс. Он уже подойдет для медитации или йоги. Громкости тут тоже достаточно. Для того, чтобы разобраться с посадкой, необходимо будет ознакомиться с инструкцией. В ходе тестов мы брали их с собой для тренировки, и при провешках они не выпадали. При этом за счет того, что не контактируют с ушным каналом, нет и запотевания во время, и на время привыкания все равно у нас потребуется время. На полном заряде при среднем уровне громкости работают 12 часов. Это примерно неделя тренировок в течение 1 или 1,5 часов. При этом, с учетом того, что они при хранении в зарядном кейсе, заряд будет еще и восстанавливаться. Сам кейс даст 3 полных цикла. Тут у нас для передачи звука используется группа сразу из 4 микрофонов и есть технология шумодава. Давайте посмотрим, как работает микрофон. Так, тестируем наушники One Audio, подключенные к телефону Pixel. Одеты у меня на ушах, разговариваю обычным голосом. Здесь дополнительных настроек нет. В приложении выбрали в качестве источника сигнала как раз наушники One Audio. По ссылке есть текстовый обзор, можете посмотреть, почитать и полный материал по данной гарнитуре посмотреть. А конкретно эта запись у нас идет только для оценки микрофона. Помню, по ссылке есть текстовый обзор, там можете посмотреть ролик в полном тайминге. Ну, а подводя итоги, данная гарнитура будет в первую очередь интересна в качестве альтернативы традиционным ТВС-наушникам для тех, кто ищет гарнитуру в первую очередь для того, чтобы заниматься, фитнес, спорт, пробежки. Возможно, такие вот варианты более активного применения, активного образа жизни. One Audio, One Rock S. Из особенностей отмечу необходимость времени для того, чтобы привыкнуть к способу их снятия и надевания. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.